сверкая, ты не намекаешь, что это любовь. Давай, заезжай. Ребята, Дима, когда ездил в Италию с Настей, я ему дал камеру, и он вот сейчас это привез... Это позор будет. Нет, он привез крутой контент, я да смотрел. Да, блядь, там прикольно. Не знаю, мне кажется, позор. Да нет, нормально, ты но чё? Я не разбираюсь в этом просто. Не, будет хорошо, я думаю, что вам понравится. Я там Дима попросил, чтобы они с Настей тоже пообсуждали разные темы. Это вы увидите в следующем влоге. Это чё, брат? Это теща называется, брат. Это теща называется. Почему теща? В бильярде. Но она типа помогает тебе из плохих и неудобных позиций бить. Как в жизни, понимаешь? Бля, нихуя не как в жизни, брат. Гектар, я говорю, нахуй мне землю, пока я у вас могу построить 2-3 дома. Продам свой, короче, и 2-3 дома здесь. А что ты решил продавать? Ну, я думаю, что да, наверное, знаешь, и сразу возьму там 2 или 3 там. Семья у меня большая, на всех надо, еще дети. В дальнейшем будут, я надеюсь, еще помимо Миланки. Поэтому. В смысле? Брат, в смысле, работаем же над детьми, поэтому. Подожди-ка. Не, просто работаем. Да, работаем, да. Или. Не, не, ты бы знал, и твой канал первый бы узнал. Да? Конечно. Ну ты моргни, если это. Блять, я что-то вижу по его реакции, что по ходу дела. Пахнет продажей дома. Как ты относишься к проституции? К проституткам? Да. Как понять? Ну, нормально. Ну. Но у нас это как бы незаконно, да, считается же? Да. Но в других странах, где я бывал, там все у них солидно. Можно. Германию, Амстердам. Да. В Европе, по-моему, везде, да? Ну, во многих странах. Да. Ну, но, как, то есть, ты как вопрос, думаешь? Как понять, относишься? Что ты имеешь в виду, как я отношусь? Надо это или нет? Ну, типа, за легализацию или нет? Ну и вообще, как ты относишься к девочкам, которые занимаются эскортом проституцией? Сука. Плохо.